Как слышь меня, прием. Братуха, кто там старшего можно сориентировать вместо этого пи***ца? Сами не все это спрашивают. Братуха, они все расстреляны. Мне вообще похуй на этих пидорасов. Из-за них гибнут люди, блядь. Твари ебливые, их просто развалю нахуй. Убирайте, которые там ебать, погнали, пацаны. Пацаны, поддержите пацанов, которые впереди, блядь. Просто поддержите пацанов. И у нас начальство, блядь, вообще похуй на все. Я сижу, у меня ни брони, ни каски, ни хуя, все попробитое, нахуй. Ага. Ай, похуй. Хотите, приезжайте, с 200-х забирайте. Я говорю, заебись, спасибо. Молодцы, блядь. Кукуха, если честно, едет. Дох мысли посещали, я уже, блядь, прям сейчас готов пойти на штаб наш перестрелять. Ну да, там морально, блядь, встаешь, пи***ц, это был бы ебизм, нахуй. От руководства, естественно, блядь. Хуй, блядь, сидишь, если начинают, хуй, блядь, эти дроны, блядь, ими, угу. Блядь. Сидишь, блядь, на иконку, молишься и все. Ну, я говорю, вот это самое хуй, блядь. Потому что ты ничего не сделаешь, сидишь, как ты, блядь, ждешь. Пролетит, не пролетит. Я тут стою за гуманитаркой, ебаный. Дорогу тоже все обкладывают, блядь. Че там, начали это, нахуй, домой отпускать там, да, уже, блядь. Хватит, блядь. Нихуя, да? Ну, я не знаю, как в других местах, но не с нашего полка. Пацаны, вон, приезжают и говорят, ну, когда пацан приезжал, говорит, это, вот в феврале вроде, блядь, контрступление будет. Ну, говорит, так думаем, все так складывается вроде, нахуй. А там, говорит, хуй знает. Вот в передке сидим, и у нас фланги все сзади. У нас, у нас два фланга, ебать, оба километра, я не знаю, насколько даже сзади, блядь. Ну, блядь, самый запах. Блядь, надо, сука, было умудриться так попасть, блядь. Я бы шутился тогда насчет Херсона, блядь. Ты мне аук. Нихуя, блядь. Там вы выслали к нам взвод. На подкрепление? Ну да, мы пойдем с ними вместе туда. Сейчас, сказали, 10 человек там привезут. Ну, 11, 10 человек. 500 их, один офицер. Вот вместе будет 22 человека, один взвод. Нет. Да тут нет, никто же меня не спрашивает, хочу или нет. Переведите в другую бригаду. Никто не будет переводить. Короче, сказали, что вот он действует в составе одного огнеметного взвода. Только хуй знает, оттуда каждый день, блядь, уносят и уносят. Сколько мы там действовать будем, наш взвод, и пока непонятно. Может, 2 месяца, может, 2 часа, блядь. Домой билеты не всем раздают, кому как карта ляжет, хуй его знает. Тебе хорошо она ляжет. Ну, она пока вот там, куда, блядь, пойдем, пока еще никому хорошо не легла. Да хреново, блядь, то, что в баню не повезут, мы, блядь, до деревни хотели добраться, там, говорят, типа, в каждой деревне прокурорчик есть, типа, ну, отделение прокуратуры. Мы-то вниз думали, туда доберемся, как бы, и там уже будем решать. Хуалит каждый день так, что, блядь, тут на днях снайпер нас обкладывал, куда хуали вообще. Голову нельзя было, блядь, даже высунуть. Куда вы залезли, ебаный, блядь, вот доходили, сидели бы, блядь, в этом ебаном лесу, нет, это... Самую сараку моя родная, я ж по-другому не умею. Ну, уже все невозможно это все терпеть. И каждый день, я говорю, вот и утром скажут, что тебя на передок отправляют, блядь. Хотя ты уже на передке, тебе, в принципе, уже больше-то как бы некуда, блядь. Тут такая новость, думаешь, блядь, ребята, мне бы только хоть докинуть вообще свои полгода, не ебнуться. И я говорю, с комбатом разговаривал, он говорит, парни, говорит, вас некому, у меня дети, может, у меня нет, говорит, больше сил.